нас есть договоренность с узбекской стороной. Это отмечено протоколом номер 13, где четко сказано, до окончания делимитации, значит, никакие работы вдоль границы не проводятся. Несмотря на это, значит, узбекская сторона на сегодняшний день оборудовали инженерными сооружениями около 600 километров без согласования с кыргызской стороной. Это установлено колючие проволоки со столбами, прорыты, значит, траншеи шириной 4 метра, глубиной 3-4 метра. Были случаи, значит, установлены на некоторых участках на нашей стороне. Мы эти участки выявили, значит, они были вынуждены перенести на свою территорию. На этих участках, которые, значит, они установили инженерные сооружения, есть и несогласованные участки. Это противоречит по всем нормам международного права. Пока еще мы не завершили делимитации. На сегодняшний день, значит, мы завершили 76%, осталось 24% от общей, значит, линии прохождения линии границы. Это общая длина 1378 километров. Это не постоянная цифра, потому что это в ходе делимитации, по итогам делимитации будет меняться. Осталось 324 километра не согласованных, не уточненных участков линии границы. В количественном соотношении это 58 участков. В данное время, значит, выделены достаточные финансовые средства правительством. И мы тоже проводим работу, значит, по установлению инженерных сооружений, то есть колючей проволоки, вот, на согласованных участках. Мы об этом известили узбекскую сторону. Это требует, значит, положения, делимитации, демаркации.